Добрый день, друзья. Ну вот, как и просили показать, 6 августа, вот все совпало. И дождик тут у нас, ливень начинается и заканчивается 3 раза уже конкретный ливень. Да, 6 августа, вот под Борисовкой, Суворовское училище, летний лагерь. И как ты борешься с мошкой? До 10 утра невозможно работать и после 19, да? Вот на комарник я купил. От дождя я спасаюсь химзащитой, да, военной. И вот сегодня месяц не пробовал тонкую леску, да, штилевскую, а рубил универсальной желтой троечкой. Сегодня одел фирменную штилевскую, доработать вот 6 метров. И вот покажу, как она работает по... Ну, по клеверу и по, не по кустарнику, да, по обыкновенной траве, да. Ну все, закончил, короче, получается вот участок 25-27 соток, там 15 соток вчера, и вот здесь 12 соток зачет. Ну и пойду работать противопожарную полосу. Ну а сейчас вот поработаю, покажу. Покажу, как режет тонкая леска, как на воздушной подушке. Удовольствие. Ее даже не надо не давить. Коса висит, штиль, триммер 250 на ремнях, а ее только чуть-чуть придерживаешь, и как на бреющей подушке, на воздушной подушке, она прям сама. Тем более вот пластмасс. Здесь же не асфальт, не бетон, а трава, она мягко плывет. Работать в радость! И вот преимущество тонкой лески, что она как тонкий нож режет. И вот преимущество тонкой лески, что она режет, вот реально режет.
удовольствие работать, конечно, на таком оборудовании. И, кстати, вот тонкая лесочка, да, 2,4, а это ивняк. Ивняк, поросль ивняка. И тоже все хорошо. Ну все, зачет. Вот сегодня 6 августа, 12 соточек. Пойду я противопожарную полосу делать. Кому интересен покос, плюс 7-924-123-2444, Стороженко Владимир. Все отчеты на YouTube-канале Стороженко Владимир. Там про сетевой маркетинг, про личностный рост. Помогай Бог. Вот накомарник такой прикольный.